Мы находимся с вами в главном штабе, в зале Клода Моне, и у нас открылась выставка к 150-летию первой выставки импрессионистов. И мы объединили две картины. Одна из Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина – это «Бульвар Капуцина» Клода Моне, и наша эрмитажная картина Камиля Писсаро «Городской парк в Пантуазе». Эти картины впервые за все это время снова встретились, снова объединились, чтобы мы поговорили и вспомнили об импрессионистах, об объединении этих художников, о самой группе и вообще о времени, об эпохе, которая породила столь непохожие и столь разные вещи. В этом году весь мир отмечает большой юбилей, да, 150-летие. И, конечно, главная выставка проходит в Париже, это не случайно, да, в музее Арсе. Но мы решили создать такое маленькое камерное событие, опять же, чтобы иметь возможность вспомнить о великих художниках, великих новаторах, которые не только изменили весь ход развития мировой живописи, но также научили нас видеть и любить то, что, возможно, мы до этого даже не замечали. Они сделали зримыми, показали нам, как прекрасен большой город, как прекрасна его жизнь, его современность, его вот эта текучая и очень бурная, насыщенная жизнь. Как вообще прекрасна вот эта повседневная, сиюминутная жизнь, вот этот момент времени. Они нас научили подмечать и видеть вот эту красоту. Именно поэтому и стоит прийти на эту выставку, потому что эти картины прекрасно дополнили наш разговор и о Клоде Моне, и об импрессионизме. И они служат таким очень хорошим прологом для всей галереи памяти Сергея Ивановича Щукина и братьев Морозовых, потому что это и есть начало этой современности, это и есть вот самый ее исток, самое начало. И без этого сложно понять, а что сделали последующие поколения, что привнесли в искусство отцы авангарда Ван Гог, Гоген, Сезанн, или к чему стремились Матисс и Пикассо, потому что это все развитие вот этой мысли, вот этой цепочки, этой эволюции. И зал Клода Моне не случайно открывает вот всю эту череду залов, и каждый из художников, которые представлены в нашей экспозиции, он привносит что-то свое вот в это общее течение и общее развитие живописи, развитие искусства.